Matryon. Matryon. Эка как разморила спортсменку-то на свежем воздухе. Да тихо ты. А что ты делаешь? Мух собралась ловить. Не мешай, пожалуйста. Йогой занимаюсь. А это что такое йога? Ну, йога – это когда сидишь на одном месте, расслабляешься и в одну точку глядишь. А, слушай, а чем твоя йога отличается от того, что ты обычно делаешь? Щелкать семечки нельзя, что ли? Клав, ты вообще, что ли, ничего не понимаешь? Я себе чакры чищу. Ага. Ой, хочешь, кстати, и тебе почищу? Не надо ко мне подходить. Не надо мне никакие чакры чистить. Ой-ой-ой. Я себе ничего не пачкала. Клав, ты недалекая. Чакры чистить. Это значит, организм прочистить. А-а-а, прокапаться, что ли? Да не прокапаться, темнота. Так я достигаю внутренней гармонии. А-а-а, ты аккордеон, что ли, сожрала? Ты ненормальная, да? Я же сказала, достигаю внутреннего равновесия. Ой, что весами закусила. Да отстань, пожалуйста. Средоточиться не даешь. Кстати, Клав, думаю, внука своего в какой-нибудь спорт отдать. А то во дворе мальчишка обижают, он ответить не может. Так ты его в бокс отдай. Чтоб его не только во дворе, что ли, били? А, ну тогда отдай его в легкую атлетику. Чтоб убежать смог, да? Да нет, чтобы у него было копье и молот. Кто его обидит с молотом-то? Не знаю, Клавка, все равно обидит. Ну, не поймешь тебя. Туда отдам — обидит, туда отдам — побьют. Отдай тогда цыганам. Там и побьют, и обидят. Зато мир посмотрит. Клав. Шучу, сказала, шучу. Все, ладно. Отдай его в хоккей. Видел я твоего внука. Вот такую шайбу отъел. Вот. Да не хочет он в хоккей. Неинтересно ему, говорит. Ну, а что ему интересно тогда? Не знаю. А, кстати, я записала, Клав. Сноуборды, хав, пайп, шорт, трек. А, это ему, значит, английский нравится. Не знаю, да, я, что ему нравится. Да, да. Что с ним делать вообще? А ты свой-то, что у тебя, внук-то? Заниматься о, чем-нибудь? Мил моя, я своего на контрабас отдала. Ой, это что, спорт, что ли? Ага, а ты потаскай этот контрабас от музыкальной школы до дому и обратно. Ничего, пускай качается. Да. Вот так вот я решила. Слушай, а твоему внуку-то сколько лет? Ой, не знаю, 17, что ли? Мотя, а не староват ли он для спорта-то, а? Клавдия Ивановна, в спорт прийти никогда не поздно. Главное из спорта — уйти вовремя. Дорогие друзья, вот и завершились знаменитые соревнования по биатлону «Сходнинская винтовка». С вами был великий комментатор Дмитрий Губерниев. Ну что, тренер, какой я? 34-й! А, то есть не второй, да? Привет, Артурчик! О, привет, привет, Дим! Теперь 35-й! И это только первые 200 метров, Артурчик! Ничего, 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 тренер, я еще стрельну! Стрельнет он, стрельнет он! А что ж ты на первом огневом рубеже-то не стрельнул, а? Ну, там же лежа, ты знаешь, у меня спина! Послушай, Артурчик, может, ты уже староват для всего этого, а? Может, тебе стоит уже завязывать с биатлоном-то, а? Ну с чего ты решил, что я старый-то? А вот с чего. Пойми, мы уже лыжи реже смазываем, чем твои суставы. Тебе доктор на допинге что сказал? Ничего запрещенного. А еще? Еще ничего жирного, острого, соленого. Рыбу морскую только с белым мясом желательно. Яйца вареные, если, то только белок, желточек. Вот не... так вот, Артурчик, вот так вот. Ладно, ладно, тренер, я еще в тройку войду. Да в какую тройку? В тройку он войдет. Ну, я тебя могу только в тройке поле чудес представить. Тройку он. Раз. Ты знаешь, что ради тебя тут целая бригада врачей дежурит? Идите отсюда. У букмекеров уже ставка появилась. Дойдешь ты до финиша или нет? Ну, завязывать тебе надо с биатлоном, ну пойми, завязывать. Ну, ни здоровья, ни денег, спонсоров у нас нет. Ну, никто не хочет на тебе рекламу-то размещать. Ну как? А это? 8-916-905-82-82.
памятники из мраморной крошки. Ну вот. Вот, видишь, ты так медленно бежишь, что на тебе успевает объявление расклеить. Артурчик, ты не Бьёрн Даллен. Тренер, а что ты меня с молодежью-то сравниваешь? Ладно, ладно. Себя-то вон не жалеешь, ну хоть собаку-то пожалей. Это какую собаку? Из чьей шерсти мы тебе пояс каждый год делаем? Да ну не такой я старый-то. Ты не старый? Хорошо. Ты хранишь болты в пустой кофейной банке? Да. У тебя в туалетной двери дырка для кошки есть? Да. Дуршлаг дома сделан из ковшика? Да. Баню на даче строил? Да. А потом баню разбирал, чтобы дом достроить? Да. С кем встречался Иден Кэпфелл? С Крузом Кастильо. Ты старик, Артур! Ты старик! Вон как ты заговорил. А может быть, ты забыл, как ты радовался, когда я в Польше золото взял? Ну и что? Взял он золото. Я тогда видео двойку взял. Тогда в Польше все что-нибудь брали. Это же 90-е были, Артурчик. Да Причем тут биатлон-то? Да перестань, тренер, ну дай мне шанс. Ну мы же с тобой одна команда. Мы 20 лет вместе. Ты крестный моей внучки. Ну дай мне шанс. Дай мне шанс. Дай мне шанс. Дай мне шанс. Ну хорошо, Артурчик, хорошо. Только будем действовать по строго мною намеченному плану. Ага. О, так я эту трассу как свои 5 знаю. Я же ее в 76-м со стройотрядом строил. Значит так, Артурчик, давай на этот раз обойдемся без фальстартов. Да слышал я выстрел, клянусь, слышал. Да все его слышали! У тебя спина так стрельнула, что все аж дернулись, ё-моё! Значит так, идем дальше. Ага. Стрельбище, на стрельбище вообще не заходим. Сразу идем на 5 штрафных кругов, понятно тебе? Да-да, ага. Так быстрее будет, понял меня? Ага, ага. Винтовку тебе надувную дадим. Почему? Потому что ты с нормальной в горку подняться не можешь. Ага. Ага. Значит, вот здесь, около озера. Ну, почему ты последний раз остановился? А, у озера? Да. А я там, значит, бегу-бегу, и вдруг вижу... Бьёрн Даллен. Да нет. Утки. Утки по озеру плывут. И я что-то остановился. Смотрю на них, думаю, господи, господи, господи. Мы ж такие же, вот как эти утки. Все плывем куда-то, плывем. А жизнь мимо проносится. Артурчик, пожалуйста, смотри в план. Ага. Что ты думаешь? Я думаю, что если вот здесь вот, глаз подрисовать, на какую-то зверушку похоже будет. Дурак ты старый! Ага. Все, надоело мне все. Ой, как мне это надоело все. Ухожу я, Артурчик. Ухожу, давай дальше сам. Все, не могу я больше. Куда ты, тренер? Шипулина тренировать буду. Ах, вот как ты заговорил. Меня на молодого променял. Так не доставайся же ты никому. Ты гляди. Попал. Прости, тренер. Да что прости-то? Ты в мишень попал. Артурчик, давай. Стреляй еще, Артурчик. Пошел, Артурчик. Пошел, родной! Пошел, Артурчик! Пошел, родной! Давай, Артурчик! Пошел, родной! Воды! Молодец, Артурчик! Пошел, родной! Пошел, Артурчик! Пошел! Давай, родной! Давай, Артурчик! Давай! Это я опять пришла в вождя не сдаваться. Матрёна Ивановна, ни за что. Я больше ничего у вас принимать не буду. Почему? Потому что я не бессмертный. Вы мне уже 8 раз сдавали. И каждый раз это заканчивалось больницей. 9-й раз уже ничего не получится. Я не кот. Ну, в прошлый раз прогресс-то был.
Вон аж 500 метров проехали. Ну да, да, 100 метров на ручнике и 400 метров на крыше по инерции, да? Матрёна Ивановна, я вам честно скажу, я не хочу раньше вас к Создателю. И памятник один не хочу, на котором будет написано: «Сдавали долго и счастливо, и умерли в один день». Ну хорошо, давай я не с тобой, давай я с тем гаишником буду по городу только кататься. С каким гаишником? Ну вот этот ваш, седенький, с глазами-то на выкате. А давайте уточним, Матрёна Ивановна, почему у него глаза-то на выкате, а? Если ему всего 32 года, и до встречи с вами у него все нормально было. Не получится у вас с ним поездить. Такая ситуация интересная. Впервые в жизни взятки дали не гаишнику, а гаишник дал взятку, чтобы с вами не ездить. Вам не стыдно? Вы же все машины у нас вон в автошколе раздолбали. Так я когда на права-то сдам, новую машину куплю себе. Бабушка, ну какую вы машину-то купите с вашей пенсии, ну, ей-богу. А ты мои деньги-то не считай, ты свои считай. Матрёна Ивановна, я с вами ни за какие деньги ездить не буду. А чё ты так нервничаешь-то? У тебя этот прикуриватель есть? А вы что, курите, что ли? Нет. Мне кардиостимулятор зарядить. Вот поэтому и нервничаю. Вы же на дороге совершенно не ориентируетесь. Вы на знаки совершенно не смотрите. Интересно. То на дорогу глядит, то на знаки. У меня чай не 10 глаз, а 2. А фурычит более-менее вообще один. Да я не об этом, Матрёна Ивановна, ну да. Не об этом. Ну вы же значение знаков не понимаете совершенно. А что там понимать-то? Что нарисовано, то и означает. А, так, да? Ну да. Не, ну если все просто так. Давайте попробуем, вот это что означает? Давайте пробежимся. Ну, это понятно, это внуки. Почему внуки-то? Это дети. Ну, кому дети, кому внуки. Ну, хорошо, хорошо. Вот вы видите этот знак. Что этот знак означает? Это он означает лето. Да почему лето-то? Ну, потому что внуков-то я только летом вижу. Ну, неправильно, Матрёна Ивановна. Давайте попроще. Вот этот вот кирпич что означает? Ведутся строительные работы. Да неправильно! Этот кирпич означает проезд запрещен! Ну, конечно, если строительные работы-то ведутся, конечно, проезд запрещен. Логично. Все, я понял. Матрёна Ивановна, давайте еще проще. Ну, это понятно, это бутылка. Бабушка, ну хорошо, если это бутылка, то тогда вот это что? Чекушка. Да почему чекушка-то? Ну, пол бутылки, потому что... У вас своя логика, что ли, какая-то? Я не понимаю. Ну, прекратите вязать, сосредоточьтесь, давайте, пожалуйста. Я согласен с вами. Вы извините, пожалуйста. Вы тоже меня извините, я сорвал, Матрёна Ивановна. Вы успокойтесь, я все сейчас дам вам правильно скажу, пожалуйста. Хорошо, смотрите на экран. Смотрю, пожалуйста. Вот это что такое? Это пенсия. Ну, вот лично я не понимаю, почему это пенсия-то? Ну, потому что 8 тысяч. Вот это должны же вы знать, ну, Красный Крест. Да, да, знать должна. Это больница. Ну вот, видите, вы же собрались сейчас. Ага. Почти что, давайте, вот это вот, Красный Крест с кроватью, что это? Это платная больница. Хорошо. Допустим. Дальше идем. Вот этот знак что означает? А, сейчас. Зигзаг. А это тогда что? Заг-зиг. Ну, дальше. Это я по помидорам запомнила. Зеленые нельзя. Желтые погодите маленько. Красные надо рвать. Матрёна Ивановна, все наоборот, понимаете?
Я уже смеюсь, я не знаю, на чем, понимаете, над собой или на чем я смеюсь. Ничего, продолжаем знаки, мне нравится так. Вот это все наоборот, понимаете? Сосредоточьтесь, что это такое? Это значит, первого не будет. Почему? Ну, ложки же нет уж, вы же видите. Ну, это что? Вот это вы должны знать. У меня два варианта. Это не лепс. Тогда один. Неправильный этот вариант уже сразу, вы думаете. Пробежимся просто по знакам. Хорошо. Буратино. Грустный Буратино. Веселый Буратино. Помер Буратино. Осторожный хоровод. Рядом Беларусь. Сериал «Кармелита». Да почему? Почему «Кармелита»-то? Да потому что 20 минут восьмого. Матрёна Ивановна, это неправильно, понимаете вы? Вы ни одного знака нормально, правильно не сказали. Ну а что я должна выбирать-то? Ты мне все сразу скопы покажи, я выберу. Хорошо, пожалуйста, давайте по другой. По другой схеме, пожалуйста. Вот, другое дело. Давайте, давайте, раз так легче. Человек, давайте. Велосипед, машина. Давай правым глазом. Подождите, теперь. Какой правый? Я что у вас? Матрёна, я что, окулист, что ли? Или что мне вот это? Вот инструктор. Покажите мне просто перегон скота. Перегон скота? Хорошо. Вот он. Ну почему это-то перегон скота? Ну а за кем ты думаешь, он убирает-то? Сядьте сюда! Хорошо, самое простое, покажите мне железнодорожный переезд. Чего? Я говорю, поезд, покажите мне, поезд. Хорошо. Я говорю, покажите поезд, хорошо, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ну не надо так! Матрёна Ивановна, ну что же вы издеваетесь-то? Ну что вы делаете-то? Я не пойму, а? Ну, я хотел зачем наглядно. Вы так делаете-то? Я не знаю, Витю гаишника довели. Меня, я вот уже заявление об уходе написал. Пожалуйста. Объяснительно написал. Ничего, ваш фотопортрет составил уже. Я уберу уже, потом, ничего. Вы... Чего ко мне ходите? Да ходите из себя. Что, вы же не с моего района вообще? Да. Я вам что здесь? Да, я с Мнемликов. Что такое? Зачем вам вообще-то машина? А, ну, миленький мой, интересно. Ты представляешь, я права-то получу. Стану на перекрестке. Окно открою. Рух наружу, раз так высуну. Стаська Михайлова, раз так на всю катушечку. Сижу, кайфую. А как же вы поедете? А кто сказал, что я ехать собираюсь? Нет, так чисто стоять, кайфовать. Я не понимаю тогда, зачем вам права-то? Да ты понимаешь, что? Хочется на старте лет какого-то экстрима, ну, каких-то острых ощущений. А, острых ощущений вам захотелось? Матрёна Ивановна, я вам посоветую, вы прыгните с парашютом, затяжным, без парашюта. Или, знаете, в кругосветку идите, с Конюховым познакомьтесь, бороду отрастите. Мне кажется, вам борода пойдет. Во, во, во! Давайте, нырните куда-нибудь, я не знаю, проплывите с палатками в горы. Мир посмотрите, Европу посмотрите. Не, сынок, спасибо. Я с парашютом уже в 43-м прыгала. Тогда, в принципе, Европу посмотрела. Хотя ты прав. Не буду я машин сдавать. На мотоцикл буду. Где тут у вас на Харлеях обучают? Чего? Заколола, что ли, опять где? Не, мой, что-то скучно мне. Автобус все нету и нету. Ну, давай в города поиграем. Ну, сейчас. Буду я в города играть со своим склерозом-то. О, точно. Клавк, давай в болезни поиграем. В болезни? Да. Давай. Ревматизм. Мне на мы. Маразм. Миоз. Склероз. Склероз. Мне на З. Зуд. Дисбактериоз. Склероз. Склероз. Мне на З. Золотуха. Анемия. Аневризма. Абсцесс. Будь здорова. Абсцесс – это болезнь такая? Да ну понял я, что болезнь, он расчехался ты здесь. Мне, значит, на С. Склероз. Склероз был. А, склероз был. Тогда склероз. Склероз? Ага. Склероза не было. Ага. Ладно, мне на З. Зайчья губа. Свиное рыло. Мы чего, на обзывалки, что ли, перешли? Почему тут обзывалки? Это свиное рыло, болезнь такая. Я еще знаю, знаешь что? Пирсинг. А это что за болезнь? А что ты? Думаешь, здоровый человек себе будет, что ли, в нос
Вот это вот кольцо вставлять-то. Ну, нет, конечно. Ну, конечно. Ладно, тогда депрессия. Депрессия. А это не болезнь. Расстроил ты меня, Клав. Ой. Ну, тогда опять ничья. Давай по старинке. Давай по старинке. Камень, ножницы, давление. У меня 90. 95! Я выиграла! Черт! Ой, Клавка, мы с тобой пока играли, столько болезней перечислили. Это как, слышишь, как в травмпункте. Не, Моть, в травмпункте не так. В травмпункте совсем по-другому. Особенно на майские праздники. Ну что, господин студент, поздравляю, поздравляю. Практика на майские праздники, это, знаете, о, это вам просто повезло. Все виды травм за одну смену увидите, посмотрите. У нас травмпункт, как говорится, как в армии. Призыв два раза в год, в январе да в мае. Так что добро пожаловать в царство мангалалоидов, шампуриан, а также людей, которым будет что рассказать на работе. Правда, недельки через две. Ну, а кому и через четыре, да, Алексей? А вы? Ну, а что ж вы, голубчик, ротвейлера-то своего передразнивали? Давайте на перевязку, голубчик, на перевязку. Боже мой, как жалко человека. Так, что тут у нас? Наш постоянный клиент Василий Семенович каждый год в мае к нам. Каждый год. Ну, как к нам? Сначала на дачку. На дачке в баньку. В баньке на раскаленные камни. Ну, а потом уж к нам. Василий Семенович, голубчик, ну что ж вы стоите-то? Присаживайтесь. Да шучу я, шучу. На перевязку, мой друг, на перевязку. Будьте добры, пройдите, пожалуйста. Кстати, мой дорогой, очень интересный клиент. Любит, чтоб все по фэншую было. Смотрите. Ой, полянка-то у речки освободилась, а она получше будет, да? Да. Надо мангальчик-то перенести, а ручки-то не железные, а мангальчик-то железный, раскаленный, да? Да. На перевязку, мой дорогой, вставайте в очередь за тем, кто без штанов. Так, что тут у нас? Боже мой, что же вы, голубчик, с вашей травмой-то без очереди надо. Нет, я без очереди больше не пойду. Я вообще со сломанным пальцем пришел. А вот это без очереди попытался. Так, с пальцем в рентген-кабинет, с шампуром в ординаторскую, пока не остыло. Кстати, буквально в прошлом сентябре забавнейший случай произошел. Привезли мужчину с синдромом Винни-Пуха. Это как? Пчелы покусали? Да нет, что вы. Лучший друг из травмата шмальнул. Доктор, а с ним что? Наш врач ночной смены. Сергей Борисович. Сергей Борисович, голубчик! Сергей Борисович! Я здесь, я там, я всегда. Сергей Борисович, зачитайте, пожалуйста, студенту статистику по ночным героям шампура и мангала, будьте добры. Ага, так, значит, сегодня... Сегодня поступило. Не жалей розыга, сейчас раздую. 3 человека. О, тарзанка. 5 человек. Сейчас прикол покажу. 83 человека. Сегодня больше. Давай в мушкетеров поиграем. 3 человека. Символично. Согласен. Да я дрова с 3 лет рублю. 8,5 человек. Вот еще рентген руки. Забавно. Человек смартфон в унитаз уронил. Футуристично. Голубчик, а не показать ли вам нашему студенту новое оборудование? Так оно не работает. Так покажите старое, мой дорогой. С удовольствием, коллега.
За мной, студент! Доктор, 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 выручайте! Что там? Выручайте, никак не можем диагноз поставить. Что там? Ну, его язык распух, он что-то показывает, ну, мы ничего не понимаем. Ну, заводите, голубушка, конечно, заводите. Конечно, конечно, ну, пойдемте. Что да, это? Так, это успокойтесь, ну, вы видите, что... Да поглядите, поглядите. Голубушка, голубушка. Да поглядите. Голубушка. Я вас прошу, голубушка. Ну вот. Боже мой. Интересно. Что? Подождите, еще раз покажите, пожалуйста. Так понятно, у него полюса нет. Давайте записывайте, сейчас все начнем сначала, разберемся. Итак, фамилия ваша? Птицын. Лебедев. Уткин. Ну хорошо. Синицын. Синицын. Ну, давайте ваши инициалы. И А запишите. Место рождения, голубчик. Ленинград. Владимир. Хорошо, хорошо. Ульяновск. Смотрю, смотрю. Ну что, что? Ленин. Кузнец. Ленинск-Кузнецкий. Запишите место рождения. Не торопимся, голубчик. Не торопимся, продолжаем. Ну и где вы были? Маленькая машинка. Ака. А, вы были на реке Оке. На реке Оке, да. А почему там? Лагерь? Детский. Угу. Детский лагерь. Угу. В детском лагере вы были. Ну, а почему там-то? Ну, вы. Сто. Рожа. Сто рож. Сторож! Вы работаете сторожем в детском лагере. Ну, понятно, боже мой. Ну, и с кем вы там были? С девушкой? С женой? И с тещей? Интересно. Так, и что, теща попросила вас насобирать камушков в речке? Вот это семейка моя дорогая, и вы? Зашли в речку. Вышли обратно. Так, и пошли гулять. Гуляете, ходите, смотрите на простор и любуетесь, жизнерадостно ходите. Так, я понял. Так, я понял. И что? Начали грести. Загребать. За грибами. Так, и что? Идете, значит, вы. И вдруг видите? Рыба. С грудью. Русалка. Вы увидели русалку. Так. А рядом крепыш. Вообще богатырь. 33 штуки. 33 богатыря и русалку вы увидели. Так, понятно. И что? Поздоровались с ними? Угу. Ну, потусовались, короче. Так, я понял. Видимо, какая-то у них была тусовка. Так, я понял. Стоп, голубчик, стоп. Я все понял. Они мухоморов объелись. Пропишите-ка ему недельный курс Тавигила. И пусть отдыхает. Не за что, голубчик, не за что. Говорит, понравились вы его очень. На жену его похоже. Доктор, как вы здорово поняли, что он говорит. Но почему вы просто не попросили его написать это на бумаге? Голубушка моя, да потому что мы, врачи, не ищем легких путей. Мы ищем пути в легких. We'll be right back.